имеющие обстоятельства, имеются больные отец, за которым нужен уход. Жизнь пишет, что состояние обвинения исключить. Ходатайства подсудимого были приобщены к делу, а после начался допрос потерпевшей. Девушка говорит, что ранее с обвиняемым была незнакома. Своего отца, который погиб от рук подсудимого, видела раз в месяц. Он любил выпивать, но был безобидным. О смерти папы ей сообщили полицейские. Что вам сообщили? То, что якобы он умер. Его убили. Подсудимый свою вину признал полностью. Говорит, что в тот злополучный мартовский день он, как всегда, выпивал со своими приятелями. Сам он не местный. Вместе с погибшим жил в квартире инвалида, который по доброте душевной их приютил. Ссора началась во время приготовления супа. Но потом пошли в ход кулаки. По словам подсудимого, первым руки начал распускать 60-летний потерпевший. Он ударил его по лицу. Мужчина рассердился и начал избивать противника. Сначала нанес ему более 2 ударов по голове. Мужчина упал. Избиение продолжилось ногами в область туловища. А после обвиняемый просто лег спать. Труп обнаружила часами позже соседка, которая присматривала за хозяином квартиры. Как проснулся, кошка меня разбудила. А, ну все ушли. Он говорит, мертвый. Я встал спасенный. Вот пульс пощупал на руке. Рука холодная. Ну, конечно, мне не прописано, ничего нет, я не местный. Мы стоим, блин, как бы я испугался, да, обычная реакция. Ну, защитная реакция сработала. Я оделся и ушел. Ну, походил по городу, походил в 11 часов, пришел. И оперативники меня вроде заподерживали, да? Подсудимый уже ранее 3 раза привлекался к ответственности. Сегодня он попросил у дочери потерпевшего прощения. Прокурор запросил у судьи 10 лет лишения свободы. А адвокат все же попросил не наказывать 45-летнего мужчину слишком строго. Судья вынес приговор подсудимому и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Но пока данный приговор в законную силу не вступил, и как мы узнали, адвокат намерен обжаловать данное решение. Вера Муратова, Максим Липин, новости НТР.